В Екатеринбурге обнаружили свалку хлеба. Сотни буханок выбросили вдоль обочины в промзоне. Кто и куда не довез выпечку, неизвестно. Это проезд промышленный. Достаточно много хлеба просто выброшено на обочину в промышленной зоне. Вот видно, что выбрасывали несколькими партиями. Многие упаковки разорваны. Сейчас мы посмотрим, какая тут дата или что это такое. 30-12-16. То есть этому хлебу получается... Это прошлогодний хлеб. И вот он с зимы вот так лежит. А под снегом же, снегом замело и все. А потом... трактора проехали, и снега накидали сверху как-то так.